Лучших арен не только России, но и мира, которая гостеприимно принимает наших спортсменов-керлингистов. Это второй Кубок России, который здесь проходит. Традиционно мы знаем с вами самые сильные регионы. Петербург, Москва, область московская, Новосибирск, ну, иркутская команда обязательно. Сегодня собрались сильнейшие спортсмены по всем дисциплинам, которые у нас есть. Они сегодня собрались вот именно в миксте. Это, конечно, серьезная конкуренция. Данные Кубки России, ну, во-первых, это статус, да, обладатель Кубка России на целый сезон. Во-вторых, это шанс попасть в сборную России, что прежде всего является основным, наверное, для спортсмена региона. Победа дождалась нелегко. Было очень непросто, но мы всегда держали инициативу, поэтому довели все до победного. Пару команд были очень сильные, а с остальными было играть полегче, конечно. Я лет 14 уже играю в керлинг. Ну, уровень игры растет. Постепенно с каждым годом появляются новые арены, поэтому все лучше и лучше становится игра.